Всем привет! Хотелось бы показать необычную идею. Почти у каждого мужика имеется в доме УШМ, или болгарка, болгарин, ну все по-разному называют. А еще у нас имеются различные насадки. Одна из них — это насадка-липучка, которая применяется для шлифовки деревянных или металлических конструкций. Ну, чаще всего для деревянных, так как для металла лучше всего применять лепестковый диск. Однако, кроме многочисленных плюсов, у данной насадки имеется большущий минус, весьма существенный. Дело в том, что такая насадка непроизвольно оставляет канавки на дереве. И каким бы крутым мастером вы ни были, вы не сможете контролировать ровную зачистку. Так или иначе, рука дернется и появится канава. Да, существуют, конечно, шлифовальные машинки, у меня таких несколько. Я вам скажу, что КПД у таких машинок по сравнению с УШМ значительно меньше. Зато там точность и ровность, это не поспоришь, конечно. Ну, давайте попробуем объединить скорость с точностью. Для этого нам нужно будет сделать весьма простое приспособление. Сначала распустим лист ДСП. Вот такой кусок у нас получился. Размеры не указывают, тут все индивидуально. Затем подставляем насадку и чертим контур. Включаем лобзик и аккуратно все выпиливаем. Отлично, с первой задачей мы справились. Теперь нам нужно закрепить два бруска. Пока закрепим на клей, а потом обязательно усилим крепеж. Теперь возьмем металлическую пластину и разметим места для отверстий. Хотя можно взять и фанеру, просто у меня оказался данный кусок как раз по размеру. Пластину просверлили, теперь нам нужно сделать два уха, которым будет фиксироваться УШМ. Ухи делал из обычной металлической пластины. Отрезал, просверлил отверстие и сделал прорези. Теперь поработаем маленьким молотком. Затем включаем сварочный аппарат и фиксируем их в пластине. В итоге получаем вот такую заготовку. Теперь нам нужно собрать все части в единую конструкцию и усилить места крепления. Вкручиваем последний саморез и фиксируем УШМ на свое место. Я совсем забыл сказать, что для такой самоделки лучше всего использовать УШМ с регулятором оборота. И я специально купил для данной цели модель от компании Denzel. Цена приемлемая и качество отличное. И это уже не первый инструмент от данного бренда в моей мастерской. И не забудьте, что в описании под видео вас будет ждать промокод на скидку 10% на все инструменты Denzel. Затягиваем УШМ с помощью болтов. И теперь, если перевернуть нашу конструкцию, то мы увидим, что бруски у нас прикручены на саморезы плюс клей ПВА. Наждачная бумага заподлицо с лицевой частью ДСП. А теперь давайте зачистим 1 мм на мебельном щите. Сами понимаете, что там изъянов быть не может. И в процессе тестирования мне пришлось добавить еще упор на заднюю часть инструмента. Вот так, друзья, за 10 секунд зачистил мебельный щит. Идеально ровно, без изъянов и каналов. Сделать такое приспособление недолго, особенно если у вас предстоит большой объем работы. Вот и все. Всем удачи, здоровья и добра!